telling you lies. I know what they said. Everybody thinks it's alright. I guess they're envious. It doesn't matter what they contrive. It doesn't matter what they do. It doesn't matter what they think now about me and you. Stop. Think twice. So you got what you believe. And I'm ready. You better stop. Think twice. So you got what you believe. God, I let you go. So I let you be. Another. I could be but something. I could be it or whatever. It doesn't make much sense. It doesn't matter what I may be. It doesn't matter what I do. It doesn't matter what they think now about me and you. Stop. Think twice. And I'm ready. You better stop. Think twice. So you get what you believe. God, I let you go. So I let you be free. You don't have to pretend. And I hope you find love again. So I let you be free to find love again. You find love again. So I let you be free. You don't have to hang on. Surrender.
Роман Полонский, наш ответ Робби Уильямс и... Я приду на край заката, ожиданием распятый. Всегда забуду день, что потерял. Научу себя не слышать, научу себя не видеть, будто в мире больше нет меня. Я каждый день встречаю на алтаре печали, и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами часы не за. Снова, снова, снова жду твои шаги, твои шаги. Не пою, не засыпаю, помню то, что забываю, и прожу ночами словно под водой. Облака в дома не строю, ведь на том того не стоит. Я научил себя не быть собой. Я каждый день встречаю на алтаре печали, и чувствую, что любила ты. И днями, и ночами часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Я каждый день встречаю на алтаре печали, и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Твои шаги. С интригующим названием Play Girl. Пускай оправдают. Привет, мы солистки группы Play Girls. Остальные наши ребята где-то шатаются, поэтому отбиваться за них будем мы. Я Кристи. А я Ая. Мы очень уверены в себе и всегда добиваемся той цели, которую мы перед собой ставим. Мы верим в нашего зрителя, мы верим в наше творчество, мы верим в наши песни и верим в вас, что вы сделаете свой правильный и достойный выбор. Песня, которую мы для вас споем, называется «Don't get down like that». What you're all about, there could be no doubt. You know I've got a man's way to see, even soon I try to talk to me like I didn't know. But it's time to go. Told you a scenario, I made it crystal clear. I spelled it out from A to Z, but I know, don't you hear? I'm already taken. I got some more I won't be making.
and my man and me. You put your hand when you couldn't see. Don't you even try. Guess I'm not that guy. I try to call and you face me too. I think I'm getting kinda tired of you. All the same old lies. Do you think I'm blind? Группа Play Girl по-русски. Кстати, песня называлась у них Don't Get Down. В переводе на русский язык просто девизы. Not how I planned it. You should.
номером 06, как бы спела Алла Пугачева, долгое время была в тени, но сейчас она вырвалась из плена, цитата из песни, потому что она долгие годы была бэк-вокалисткой Аллы Пугачевой. Ты понимаешь, судьба многих бэк-вокалисток — становиться фронт-вокалистками, и шоу-бизнес знает, что это такое. И я думаю, сегодня у нашей следующей участницы Кати Бачуриной под номером 06 есть все шансы. Катя Бачурина! Здравствуйте. Зовут меня Катя Бачурина. Родилась я на Украине, но всю сознательную жизнь свою прожила в замечательном снежном заполярном городе Норильске, где имела неосторожность закончить музыкальную школу и, в свою очередь, музыкальное училище по классу скрипки. Сколько себя помню, пою. Последние 5 лет я работаю в коллективе Аллы Пугачевой, бэк-вокалисткой. Евровидение – это первый конкурс такого высокого уровня, в котором я решила попробовать себя как сольный исполнитель. Я буду петь песню замечательных авторов Дмитрия Моса и Артура Акима. Песня называется «Теряла тебя». Бачурина 06! Запомните этот номер! Они за мир во всем мире. Их песня называется «No More Wars». Елена Терлеева и Джем! Привет всем!
Меня зовут Лена Терлиева, я выпускница второй фабрики. А меня зовут Джем из первой фабрики. Для конкурса Евровидения мы решили с Джемом записать дуэт. Песня, которую он написал, называется «Нет войны». No more war. И мы надеемся, что она вам понравится. Good. Часа. Спасибо, что продолжаете смотреть национальный отборочный финал, полуфинал конкурса Евровидения 2005. Выбирает Россия. Финал, полуфинал, это не важно, а главное, что выбирает Россия, друзья мои. Наша задача сейчас копить эмоции, смотреть на выступления артистов, которых сегодня 10. О, следующие участницы такие, что подожди, я просто... Подожди, давай напомним процедуру голосования, давай, пожалуйста. Давай, смотрим, еще раз посмотрим потому на экран, уважаемые зрители. Потому что нужно это выучить. Весь февраль мы должны с этим жить, друзья мои. Внимание на экран. Здесь вы видите номер телефона. Он длинный, но вся шутка-то в том заключается, что последние цифры вы должны сами набрать на своем... Если вы хотите проголосовать, например, за группу КГБ, вы добираете последние цифры 0-1. А если, например, за Диму Билана, то 0-5. Кстати, если вы, как поет группа «Фабрика», если вам есть по делу, то пришли СМС. Если вы любите СМС, 6-800, наш номер короткий. И вы также пишите нам номер исполнителя. Если хотите, можете добавить СМС, голосование, смайлик. Технология 21 века. Конечно. Да, поэтому можно и так, это проще. Но я хочу сказать, что наши следующие участницы, я видел их на репетиции. Ой. Друзья мои, в это нужно увидеть. Это круче, чем выступление Андрюшка Полы Малахов. Он просто чуть из штанов не выпрыгнул, когда это увидел. А сейчас все выпрыгнут, когда увидят. 0-8, Рефлекс! Привет!
Привет, я Ирина Нельсон. Я диджей Сильвер. Я Алена Тарганова. А вместе мы группа Reflex. Хотя мы очень много выступали в качестве звезд, гостей на различных конкурсах, а вот так, как участники, впервые. Но мы очень рады этому событию. Итак, песня «Люблю» от группы Reflex. Кстати, эмпирическим путем было установлено, что из штанов ты все-таки выпрыгнул сейчас. Мы должны напомнить вам, уважаемые друзья, что не надо голосовать сейчас. Копите эмоции, копите. Не смотрите на Андрея, он не может уже копить эмоции. Они я уже просто виделся на репетиции, и у нас был уже эфир на Урал и Сибирь, поэтому понимаете, что мое сердце сейчас разорвется. Но ваша задача, друзья, сохранить здравый рассудок, холодный мозг. Пожалуйста, послушайте и посмотрите на то, что здесь происходит, и попытайтесь сделать правильный выбор. Номер 09, я так понимаю, после 08 должен идти. Правильно, 09 номер, и это группа, которая называется Роман Смирнов. Там сборная солянка. Ребята со всего мира, барабанщик из США, на гитаре парень из Канады. А Рома сейчас, впрочем, все сам расскажет. Роман Смирнов! Даешь глобализацию!
Привет, меня зовут Роман Смирнов, мне 25 лет, я родился в Москве, и всю свою сознательную и несознательную жизнь я занимаюсь музыкой. Музыку я знаю изнутри, то есть я не только являюсь вокалистом, я занимался аранжировкой и саунд-продюсированием. Какое-то время я работал совместно со студиями в США, и так получилось, что это моя группа, все из разных стран. Мне очень не безразлична судьба России на конкурсе Евровидения, и мы старались сделать так, чтобы наш музыкальный уровень соответствовал мировым стандартам. Поэтому я надеюсь, что вы по достоинству оцените наш трек «One Day». Десятая участница, я думаю, вы тоже хорошо ее узнаете. Правда, может быть, не сразу, потому что специально для нашего шоу она даже изменила свой традиционный свет на 2 тона светлее она его сделала. Но все остальное хорошее, чего есть в этой исполнительнице, осталось на том же уровне. Совершенно верно, я думаю, вы узнаете ее. Анастасия Стоцкая, Россия! Меня зовут Анастасия Стоцкая, мне 22 года. Я родилась в городе Киеве.
сыграла главные роли в мюзиклах «Нотр-Дам де Пари» и «Чикаго». Эту песню для меня, специально для Евровидения, написал известный греческий композитор Димитрос Кантополос, с которым меня познакомил Сакис Роулос, суперзвезда греческой эстрады, представлявшая в прошлом году на Евровидении Грецию. Эта песня называется «Shadows Dance All Around Me». Всем привет, мы группа «Звери». Это, в принципе, весь коллектив группы «Звери» сидит. Вот, мы будем петь песню под названием «Снегопад». Еще называем ее «Бла-бла-бла». Да, и посвятили мы ее «Снегопадом» в Румынии. Братья славяне, держитесь. Мама, привет. И мама, привет. Папа тоже. Папа тоже. Пока. Магазинов и длинных
Ты ходи вокруг, но
Сейчас появится на сцене, и я бы съел всех их сразу, потому что они такие вкусные, такие сладкие. А зовут их лучше Ассорти 04. Здравствуйте, мы группа Ассорти. В нашей группе один год. Для нас большая честь выступать для вас сегодня, потому что в этом году именно вы, зрители, выбираете исполнителя, который поедет на Евровидение от России. Мы по-хорошему верим в себя и надеемся на вашу поддержку. Песню, которую мы сегодня исполним, написали Вячеслав Бодолей, Кокоренко Валериан и Ирина Антонян. Она называется «Keep on shining». Oh, baby, keep on shining. Do you mean?
могут находиться на сцене, все они здесь. Да, никогда еще понятие секстет не звучало так весомо. Кроме того, пустующую нишу Girls Band никогда Spice нельзя Girls оставлять. Переворачивается сейчас в гробу, когда их видят. Думают, вот, да вот. Да ладно, они уже успешные сольные исполнительницы, им все равно. Ты думаешь? Уверена. Ну наши молодцы, не подкачали, зарядили зал. Вам понравилось? Зажгли. Yeah.
0-5, Варвара! Спасибо! Вот так! Просто танец живота может исполнять мои костюмчики, хочу тебе сказать! Because a finger of love is just a flame. You prefer to take but not to give. What it was a fool to believe in your lies. Baby, I will love you till I die. Till I die. I can still remember how we met. How we used to walk down the sunset. When I smiled at me in the goodbye. Still I see the magic of your eyes. I can hear you whisper all that night. Baby, I will love you till I die. Till I die. Hello, again, Lucy, it's my name. Those words you said we'll be right back.
Санкт-Петербурга. Меня зовут Игорь Балакирев, я вокалист. А я Владимир Густов, гитарист и аранжировщик этой группы. Все песни мы пишем вместе с Игорем, как музыку, так и слова. Специально для конкурса Евровидения мы написали песню, которая называется «Take Me Back to Rio». И мы надеемся, что она поднимет вам настроение. Thank you.
хватит прыгать, работать! Gave you my heart, gave you my soul, gave you my everything. But someday you'll have to pay for causing the pain. Baby, the justice of love's after you. You told me things I never heard from any other man. You hypnotized me with your look till I forgot my. Times I told myself, don't let nobody close. I guess the justice punished me for things I
Продолжается, потому что песня называется «Балалайка». Надо говорить «Балалайка», если ты хочешь говорить по-английски. Хорошо, я готов взять у тебя пару уроков английского языка во время песни. Ну, а наших следующих участников, я думаю, вы хорошо знаете. Вы Александр Панайотов это, да? И Алексей Чумаков. 0-2. Добрый вечер, я Алексей Чумаков. Я Александр Панайотов. Мы хотим представить вам нашу новую песню «Балалайка», написанную специально для Евровидения Кимом Брейдбургом и Кареном Кавалеряном. Песня записана на английском и русском языках. Но сегодня мы поем для российского слушателя, поэтому с удовольствием споем тоже на русском языке. Если вы доверите нам защищать Россию на Евровидении, уже в финале Евровидения, мы споем эту песню на английском языке. В песне мог бы тебе рассказать про любовь и печаль. Выбери сама, только не спеши. Я нашел тебе что-то для души. Хотел подобрать то, что нужно тебе. Выбери сама, только не спеши. Сердце говорит, музыка звучит. Это бала, 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 это бала, 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 лайка. Просто бала, 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 лайка. Сердце сердцем говорит, музыка звучит. Это бала, 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 лайка. Это бала, 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 лайка.
0-2, Александр Панайотов и Алексей Чумаков. Балалайка! Балалайка, матрешка, Russian caviar. Икра, что еще у нас мы можем? Валенки! Ну, знаешь, помнишь, песня была такая? Навсегда, навсегда, все наше, навсегда. Вот это... Любовь
мое сердце бьет без промаха в упор. Ты солнце жгучее, я небо синее. Танцуй над пропастью еще красивее. Sweet as summer too. Babe, I'm gonna be
метафору по сексуальности даже Коли Демидова, потому что она... А правомерно ли сравнивать, Андрей? Нет, но мы копим свои впечатления. Я видел на репетиции этот номер, и ты знаешь, я хочу сказать, что наша следующая участница по артистичности затмит даже выступление группы «Рефлекс» в нашем первом полуфинале. А вы помните, как Андрей себя вел во время выступления группы «Рефлекс»? Андрей, да. Держите себя в руках. Я держите. Знаю, но я обниму ее после эфира. «Лада Дэнс» номер 06! Привет, меня зовут Лада Дэнс. Я профессиональная певица, закончила музыкальное училище города Калининграда по классу академического джазового вокала. На Евровидении представляет замечательную бельгийскую песню. Авторы Марк и Дирк Пеллинге. Песня называется «Запутанный мир». Европейский саунд, английский язык, новая лада, можно так сказать. И очень надеюсь, что песня вам понравится и полюбится. Андрей, многоточие. Все мужики свои, еще вы, конечно. Three!
тобой. Только мама стоит, как на посту часовой. Вот бы вас, как матрешек, в одну уложить и без риска домой просить. Ой, вы матрешки, ладушки, мои девчонки, ладушки, одна другой румяней и белей. Ой, матрешки, ладушки, от матрешки бабушки, одна другой своей. Мои девчонки ладушки, одна другой румяней и милей. Ой, матрешки лапушки, от матрешки бабушки, одна другой стройней и милей. Dear anyone, anywhere, I am in for
dear anyone, anywhere? Are you what I'm hoping for? Can I find an open door, one that is never shut? Телевизоров и готовы сделать тот самый исторический музыкальный шаг. Мы с Андреем уже готовы. Ну что, друзья мои, я думаю, что борьба предстоит очень-очень жаркой. Просто бои без правил. Мы не знаем, кто. Все зависит от вашего телефонного голосования. Как решите вы, тот и поедет. Я хотела бы тебя поправить. Все-таки бои у нас идут по правилам, причем по очень четким правилам. Это так, действительно. Мы должны посмотреть всех девятерых участников, а потом, только потом взять телефоны в руки и сказать свое веское слово. Ну, а поднять вам настроение, я думаю, в этот замечательный вечер февраля. Слушай, это же последняя пятница февраля, получается. Конечно, это последняя зимняя пятница, когда мы вместе. Ура! Кстати, зиме конец уже скоро. Вот. Но вот нашему шоу начало, и я думаю, что как нельзя лучше, его сможет открыть только человек, который недавно вернулся на поп-сцену, а это король поп-музыки Филипп Киркоров! Thank you.
один путь. Вверх, не пытаясь свернуть. И до вершины дойти. Церемонию Оскара в воскресенье в Лос-Анджелесе. Вот именно, тем более, что по значимости для нашей страны это круче, чем Оскар, безусловно. И я готов нести Филиппа Киркорова наверх, если он упадет. А ты готова взять его на руки? Я, пожалуй, тебе помогу, ты один не справишься. Действительно, 2.05 и не знаю, сколько в нем живого веса. Думаю, вдвоем мы его удержим. Поехали. Ну что, нужно сказать, что информационный спонсор нашей трансляции – газета «Московский комсомолец». Ну а интеллектуальный спонсор нашей трансляции и вообще всего Евровидения – это экспертный совет, состоящий из самых ярких представителей нашего шоу-бизнеса. Вот эти достойные люди! Внимание! Во второй ряд! Вот они здесь все сегодня! Аплодисменты экспертному совету! Они трудились больше, чем пока что мы вместе взяты! Ну что, я думаю, что
Все горят желанием узнать, как распределились места в нашем выступлении в финале, но пока... Об этом позже. Но думаю, что еще один номер, еще поднять настроение нужно, еще один сюрприз. Тем более, звезды мирового масштаба тоже не пропускают наше общероссийское событие. И, конечно же, поприсутствовали на нем. При этом это такая женщина, это такая певица. Я надеюсь, сегодня все выступят так, как выступает она обычно. И зал взорвется аплодисментами и поддержит ее Бонни Тайлер! Вечера. А наши специальные гости, ты видела, Надежда Бабкина, как она обнимала Михаила Муромова во время этой песни, они просто зажигали! Хочешь, я тебя успокою? Что? Мой герой сегодня это ты, Андрюша. И ты моя героиня, ты понимаешь, наша последняя пятница, когда мы вместе, а потом нас разлучат. Жестокая судьба
Не будем об этом. Давай не будем о грустном, давайте лучше... Да. О том, как происходила жеребьевка. А это необходимая процедура перед каждым финалом. Как вы знаете, у нас в финал вышло 9 участников. 3 пятницы февраля. Мы их отбирали, вернее, вы их отбирали сами. Но нужно же их было как-то расположить. У нас произошло нечто вроде жеребьевки, как это обычно бывает там на всяких чемпионатах мира по футболу. Давайте посмотрим, как это происходило за час до финала. Жеребьевка у нас будет выполнена в русском стиле. Матрешки справа и слева. Только вот в матрешках, которые справа, там имена участников. А в матрешках, которые слева, их порядковые номера. Ты тянешь имя, а потом я вытягиваю из своих матрешек номер, который будет присвоен этому имени. Начинаем, да? Вот с этой матрешки мы начнем. Итак, имя. Панайотов и Чумаков. Ура! Какой же номер достается Панайотову и Чумаков? Номер один! Итак, чай вдвоем. Мальчики, вы под номером... 4! Идем дальше, и это Слава! Номер... Точка внизу, наверное, это номер 6, я так понимаю. Номер 6! Наталья Подольская! Наталья Подольская! Номер 9! 9 номер! Номер 9! Большая удача выступать первыми и последними. Варвара! Номер 5! Елена Терлеева and Jam. Номер 2. Номер 2. Анастасия Стоцкая. Так. Номер 8. Номер 8. Анастасия Стоцкая. Ирина Шот. Ирина Шот. Номер 3. Итак, Дима Билан выступает под номером 7. Ну что, вот так. Жеребьевка, вот такие результаты. Давайте еще раз взглянем на экран, на таблицу, как они распределились. Напоминаю, что все у всех у них двузначный номер. 01, 02, 03, 04. И далее по списку. Ну что, давайте начинать. И номер 01. Панайотов и Чумаков. И их балалайка. Александр Панайотов родился в Ленинграде 1 июля 1984 года. Закончил музыкальную школу с красным дипломом. Поступил в Национальный университет культуры. Алексей Чумаков родился в Самарканде 12 марта 1981 года. Закончил музыкальную школу по классу ударных и перкуссий и Высший колледж искусств в Ташкенте. Для конкурса Евровидения решили объединиться в дуэт и записали песню Кима Брейдбурга на слова Карена Кавалериана «Балалайка». You are playing in your sweet melody. I'm melting like sugar and tea. You are whispering some gentle things, touching my naked strings. You can read my notes, you can get my key. You are holding me, you are playing me. Like a balalaika, I'm your balalaika.
Listen what I got. Music from my heart. I'm your bala, 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 bala. Первого выступления здесь на этой с песней «Балалайка», тогда еще на русском, она очень хорошо пошла в эфире радиостанции. Да ты знаешь, я думаю, что если у нас такое начало со стриптизом, то что будет дальше? Я волнуюсь. Не волнуйся, все будет хорошо. Мы должны кого-то послать на Евровидение. Это единственное, что я знаю точно. И мы хотим вас успокоить и еще раз напомнить вам, что в финале у нас все поют вживую. И если в полуфиналах бэк-вокал мог быть прописан на музыке, которая идет, то сегодня бэк-вокал вживую, все поют вживую. Песня приведена в стандарт Евровидения не больше 3 минут. И на сцене не больше 6 человек. Все по правилам, все как хотят. То есть артистам приходится выбирать либо больше подтанцовки, либо больше людей на бэк-вокал. Вокал живых тащить. Совершенно. Сегодня будет такая битва. Это ой-ой-ой. И все только начинается. На очереди номер 02. 02! Елена Терлеева. Родилась 6 марта 1985 года в Новом Уренгое. Учится в Институте современного искусства. Участница «Фабрики звезд 2». Джем. Муса Шариф. Родился в городе Ифо, Нигерия, 2 августа 1975 года. Дипломированный кардиолог. Выпускник первой «Фабрики звезд». Специально для Евровидения Джем написал песню «No More War». We don't need any more war on this moment. I love you, so beautiful place.
придут в расстройство результаты нашего телефонного смс-голосования сегодня. К кому обращаться? Кардиолог, все-таки Джем, он спасет меня. Ну, ты понимаешь, есть много методов запуска сердца искусственного. Один из них — искусственное дыхание, друг мой. Так что не рискуй, не рискуй. Лучше идем дальше. Лучше давай объявим нашу участницу под номером 03. И, кстати, она умеет шить платье, и ты можешь обратиться к ней после эфира и заказать себе что-нибудь на март. Ты знаешь, я думаю, после Евровидения мне платье в ближайшее время пока не понадобится. Работа, работа и просто жизнь. Но сегодня действительно торжественный вечер, и эта девушка стала сенсацией, между прочим, нашего последнего полуфинала. 03. Ирина Шот. Ирина Шот родилась 21 февраля 1981 года в городе Кемерово. Училась на модельера-дизайнера. В данный момент учится в ГИТИСе. Планирует выпустить дебютный англоязычный альбом в апреле 2005-го. Песня «Identify Yourself» была написана для участия в национальном отборочном конкурсе «Евровидение» композитором Бенджамином Робинсоном и поэтом Питером Райтом. Сегодня каждого выступающего на этой сцене проявиться, раскрыться и показаться, чтобы Россия наконец поняла, кто должен ее представлять на Евровидении 2005. 50-я все-таки юбилейная церемония. Надо, ребята, выступить по полной. У вас есть несколько секунд, чтобы перевести дух, сбегать на кухню, налить чайку, потому что потом мы выпьем чаю с дуэтом «Чай вдвоем» после рекламы на Первом канале. Оставайтесь. Мы выбираем, кто поедет
на финал конкурса Евровидения 2005 в Киев. Сегодня решающий день. Да, несмотря на то, что звучит помпезно, но я с тобой даже спорить не буду. Действительно, главное событие февраля, потому что у нас поэт в России больше, чем поэт, а певец, соответственно, больше, чем певец. Поэтому мы выбираем, да самих себя мы выбираем, нашу страну. Друзья, давайте посмотрим, как мы будем голосовать, когда все 9 участников выступят на этой сцене. Итак, напоминаем вам, что все 9 участников у нас представлены под двузначными номерами 01, 02, 03, 04 и так далее. Можно голосовать по телефону, когда мы вместе с залом дадим финальный отчет 8 809 505 26 и далее двузначный номер исполнителей песни, которая вам понравилась. Или... Судя по тому, как народ активно голосовал 3 полуфинала подряд весь февраль, вы уже умеете это делать, и в том числе и отсылать смс-сообщение на короткий номер 6800. Сообщение должно содержать номер понравившегося вам исполнителя, но на сей раз это должен быть окончательный, бесповоротный выбор, а не вот что-то тут лучше, что-то тут лучше. Это должно быть просто круто. Но, может быть, действительно, это будет номер 04. Если вы фанаты Санкт-Петербурга, если вы любите мальчуковые дуэты, ну и если вы ходите в спортзал, и если вы понимаете в хорошей музыке, то дуэт «Чай вдвоем», друзья мои, поддержим! 04! «Чай вдвоем». Денис Клявер родился 6 апреля 1975 года в Ленинграде. Окончил музыкальное училище имени Николая Андреевича Римского-Корсакова по классу трубы. Стас Костюшкин родился 20 августа 1971 года в Одессе. Закончил Санкт-Петербургскую консерваторию. Впервые как дуэт «Чай вдвоем» выступили на петербургском конкурсе композиторов в 1994 году. За 10 лет работы записали 5 альбомов. На конкурсе Евровидения представляют песню «Lucille is my name», музыку для которой написали сами, а автором слов выступил Игорь Балакирев. I've loved it till I die, till I die. I can still remember how we met, how we used to walk down the sunset, where you smiled me in the dead night. Still I see the magic of your eyes, I can hear the whisper of the night. Baby, I've loved it till I die. Hello again, Lucy is my name. Those words you said, I'll never forget. They say all lies and then goodbye. Don't say no more, you say. Cry, but watch my tears. I will never fall in love again, cause another love is such a pain. It's a pain. Hello again, Lucy is my name. Those words you said, I'll never forget. Say no more.
Вот такой номер 04. Чай вдвоем. Я думаю, все люди, которые расхаживают сейчас по Уралу и Сибири в косых клепанных куртках, сейчас пошли голосовать за группу «Чай вдвоем». А сейчас нет, и не надо. Сейчас и не надо, они просто... в конце. Правильно. И все девочки по имени Люся, тоже, которых они встретили, видишь, как встреча произвела неизгладимое впечатление. Имя редкое. Да, тоже должны, я думаю, поддержать их. Ну что, далее идем и под номером 05, если вы помните нашу жеребьевку, у нас будет выступать певица Варвара. Варвара родилась в городе Балашиха Московской области 30 июля 1973 года. Закончила Гнесинское училище и ГИТИС по специальности артист эстрады. Записала два альбома. Стиль своей музыки характеризует как интеллектуальный альтернативный европоп. Песня «Летала допела» была написана специально для конкурса Евровидения композитором Владимиром Молчановым и поэтом Артуром Акимом. Костюмчик, а? Прямо танец живота. Ох. Нет, ты ничего не понимаешь. Это по-нашему. Это вот, вот такая русская душа у нас, понимаешь? Понятно. Но я думаю, что участница под номером 06 обычно любит заклеивать свои подтанцовки рот. И я думаю, этот номер она посвятила Атару Кушанашвили. Ну, кстати, я боюсь, он пришел, иначе мат сейчас пойдет в эфире. Вот он пришел. Слово уже, он ему не будем давать. Только заклеим ему рот, так же, как и участницам нашей следующей. Тем более, все зависит от наших операторов по звуку. Это во-первых. А во-вторых, вы заметили, что многие номера претерпевают
претерпели изменения с тех пор, как были показаны впервые здесь в полуфиналах, и претерпели изменения в лучшую сторону. Где-то добавился там вокал, где-то больше танца стало, где-то меньше. Интересно, что сделала Слава с теми мальчиками, у которых был заклеен рот? Сейчас увидим. 0-6. Слава родилась 15 мая 1980 года в Москве. Настоящее имя – Анастасия. Имеет 5 незаконченных высших образований. В 2004 году выпустила сольный альбом. Песню «I Wanna Be The One» для Славы написали композиторы Виктор Дробыш и Маки на слова поэта Трейси. Мальчики с заклеенными ртами. Они пошли в кино на турецкий гамбит. А как же с заклеенными ртами можно есть попкорн? Не знаю, но кино смотреть можно. Разберемся во время рекламы, а впереди тяжелая артиллерия. Оставайтесь с нами. Финал конкурса Евровидения 2005 выбирает Россия. Совсем-совсем скоро мы узнаем, кто же поедет в Киев. Я пока что теряюсь в догадках, потому что, как показывали все полуфиналы, мнение народа предсказать совершенно невозможно. Но то, что сегодня происходит, это битва музыкальных титанов и гигантов шоу-бизнеса. Такие люди выступают. И как выступают? Выкладываются? Будем двигаться дальше. И под номером 07 у нас выступает певец Дима Билан. Начинается дебилонизация всей страны. Дима Билан родился в Карачаево-Черкесии 24 декабря 1981 года. Закончил музыкальное училище имени Гнесиных по классу академического вокала. По окончании поступил в ГИТИС сразу на второй курс факультета актерского мастерства. Выпустил два альбома.
Песню «Not That Simple» для Дмитрия написали авторы Мишель Искофери и Робсон. Да, студия встала. Я говорю, что последние участники, это просто все участники нашего первого полуфинала. Ты обратила внимание, что смотри, как сложилось голосование? Дима Билан, Анастасия Стоцкая и Наталья Подольская. Все они с первого полуфинала. Наталья Подольская уже из второго полуфинала. Из второго, да? Она победила во втором полуфинале, да. Вот, ну как интересно. Но все равно интрига. Ты чуешь вообще? Да, чуешь? Да. Когда мы видели... Пошла истерика. Когда мы видели Анастасию Стоцкую в первом полуфинале, цвет ее волос был на 3 тона... Не мы одни видели. Да. На 3 тона светлее, чем обычно. Чем удивит Анастасия нас сегодня? На репетиции мы видели, что и номер она изменила. Давайте посмотрим. Анастасия Стоцкая, 0,8! Анастасия Стоцкая родилась 7 октября 1982 года в Киеве. Закончила хореографическую студию при Театре Луны, Российскую академию театрального искусства по специальности актер мюзикла. Играла ведущие роли в мюзиклах «Губы», «Нотр-Дам де Пари», «Чикаго». В 2003 году увидел свет первый альбом Анастасии «Вены реки». На Евровидении представляет песню греческих авторов Димитроса Кантопулоса и Димитроса С. «Shadows dance all around me». Thank you.
08, Анастасия Стоцкая! Да, студия аплодирует. Все-таки мюзикловая подготовка сказывается. И поет человек и танцует одновременно, и дыхание не сбивается. Вообще все, что здесь происходит, очень нервно. И люди при этом поют вживую. Вы представляете, вот сколько противоречивых эмоций испытывают эти артисты. Поддержку, пожалуйста, окажите тем, кто здесь выступает. Вся страна делает так же, я уверена. Но последняя, вернее, крайняя. Крайняя. Далеко не последняя. Крайняя участница. Она выступает под номером 09, и песня называется «Надеюсь, никто не пострадал». Нет, я думаю, никто не пострадал, все только обрадовались. Я думаю, что за кулисами драки нет, и поддержим 09. Наталья Подольская! Наталья Подольская родилась 20 мая 1982 года в городе Могилеве. Учится в Институте современного искусства в Москве. Выпускница 5-й фабрики звезд. В 2004 году записала свой первый альбом «Поздно». На Евровидении 2005 представляет песню Виктора Дробыша «Mary Susan Applegate» и «G.P. Chase» «Nobody Hurt No One». Ну что, друзья мои, вот все, это 9 участников. Я думаю, что у вас скопилось достаточно эмоций, чтобы приступить к голосованию. Но для этого нам нужна поддержка студии. Считалочка, итак, давайте нашу коронную считалочку. 7 вместе 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you.
Участникам, а нашей стране победы! Мы, ребята, за вас будем переживать! Спасибо, Валерий, спасибо балету «Мираж», который помогал ей в этом номере. Все поддержал. В тенденциях происходит. Вообще, действительно. Ну что, розовые розы. Друзья мои, голосование закончилось! Голосование закончилось! И сейчас... Ты знаешь, я не верю, честно говоря, что сейчас... Давай возьмемся за руки. Давай возьмемся за руки, потому что вместе с залом мы сейчас увидим на экране таблицу и узнаем, как проголосовал Сибирь и Урал. Ну? Друзья мои, вот так Наталья вот вы проголосовали! Наталья Подольская! Наталья Подольская, номер 09! Не могу просто скрыть радости собственной по этому поводу. На втором месте Дима Билан, 0,7, отстает на 6%. На третьем Анастасия Соцкая, 13%. Далее Ирина Шот, 12%. И ниже по списку. Ну что, друзья мои, давайте подождите, радоваться рано пока, потому что это предварительные результаты. Я благодарю Урал и Сибирь за их голосование. Но окончательное решение по поводу того, кто поедет представлять Россию на Евровидение, вы, народ, примете тогда, когда проголосует европейская часть. Нужно же помнить о том, что страна большая. Финальные результаты вы, как всегда, найдете на сайте www.1tv.ru/Евровидение. Там вы узнаете все, если вы, конечно же, нетерпеливы и хотите узнать все сегодня ночью. Ну что, друзья, давайте пригласим Наташу Подольскую и посмотрим еще раз на нашу участницу под номером 09. От России, видишь, как удачно все идет. Кого хочешь поблагодарить? Я хочу поблагодарить всех своих друзей, всех, кто за меня болел. Большое спасибо Виктору Дробышу за такую песню. И вообще, я счастлива сейчас. А мне очень нравится эта замечательная команда артистов. Вот они прекрасно выглядят. Хорошо было бы их всех послать на Евровидение, но это невозможно. Предварительные результаты общероссийских выборов кандидата от нашей страны на Евровидение 2005 закончились тем, что победила пока Наталья Подольская. Но все может измениться вместе с московскими результатами. Спасибо огромное, друзья! Вы подарили прекрасный вечер! Я думаю, что интрига сохранялась до последней минуты, но это еще не все. Как всегда, у нас есть для вас сюрприз в конце нашего шоу. На сладкое вам полагается десерт, друзья мои, кусок замечательной зажигательной музыки, которая просто является нашим вам подарком за потрясающе активное и качественное голосование. Я объявлю балет «Звездный экспресс», который поддержит этот номер, ну а ты объявляешь сейчас. Ну а я певца, самого главного певца моего детства и автора просто самого мощнейшего саундтрека советского кинематографа. Друзья мои, это знаменитая Хафанана и Африк Симон! А мы прощаемся с вами. Пока!
nimulandi pa pa na na hambana pukanela sha la 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 ulungu nimulandi pa pa na na hambana pukanela sha la 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 enna namina pa pa na na hambana pukanela sha la 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 enna namina pa pa na na hambana pukanela sha la 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 hey what can you tell you about Ambana bukanela sha la 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 mulungu nimulandi pa pa na na ambana bukanela sha la 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 wena namina pa pa na na ambana bukanela sha la 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 wena namina pa pa na na ambana bukanela sha la 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 hey what can you do you do mulungu ambana na what can you do what can you do you do bula bula na wena Sha la la la, when I'm in love, I'm in love. I'm in love with you, sha la la la.